Мы рады приветствовать всех, которые пришли разделить с нами этот прекрасный праздник. И особую благодарность хотим выразить пасторам, которые совершали свое служение в Русской Американской Церкви на протяжении долгих 50 лет. И в этом видеоролике мы хотим показать вам историю нашей церкви. Когда я пришла в церковь, пастором в это время здесь служил пастор Айверс Азаленс. После Айверса в этой церкви пастором был Петр Дан, и большая семья греков их тоже здесь тоже вложила свой вклад в эту церковь. Очень активное участие принимали семья Горбенковых, семья Муравьевых, Гусевы, семья Бейтсов очень большой тоже вклад внесла в эту церковь. И как скоро была построена? Она не была построена, церковь mm-hmm. уже была. Здесь mm-hmm. собирались, очевидно, какая-то, они рассказывали, итальянская церковь. Но уже... А как там происходил этот процесс выкупки церкви? Они сделали каждую, они всегда рассказывали о том, что в субботу только заход солнца, прошел заход солнца, они бегом на кухню, женщине они готовили, пекли борщи, блины, пирожки. И потом они в воскресенье они продавали это вот в паркинге. То есть очень многие со стороны приходили, зная о том, что здесь это будет, и искали это. И что самое удивительное, когда они эту пищу готовили, чтобы они сами поесть, они сами выкладывали с кармана деньги, как бы сами себе покупали ту пищу, которую они готовили. Это даже я знаю, что буквально, наверное, несколько лет назад проезжал один человек и спросил, больше борщей здесь, и блинов больше нет. Пересматривая записи церковные, я обнаружил важный документ, в котором сказано, что в 1974 году, в декабре месяце, церковь полностью погасила свою задолженность финансовую. Поэтому сегодня эта церковь полностью выкуплена. И мы просто благодарны тем братьям, которые приобрели ее 50 лет назад. Потом вдруг произошел ремонт. Небольшая история о ремонте. Вы знаете, мы очень долго собирались делать ремонт. Мы даже собрали небольшую сумму, и мы очень много молились, но как-то деньги не появлялись, и мы не знали, как это будет. Пока однажды мы не решили, что надо начинать. И когда мы сорвали карпет в комнате у пастора, буквально прошло несколько дней, как случился пожар. Приехала иншурисная компания и провела очень большую работу, пытаясь выяснить, не подожгли ли мы это, не сделали ли мы это. И действительно, это было огромное чудо. Среди лета загорелся хитер. Очень старый был хитер, старой конструкции. И вы знаете, пожар случился ночью, когда вообще никого в церкви не было. А причиной пожара? Причиной пожара. Пожарные установили, что причиной пожара короткое замыкание вот в этом хитере. Никто его в июне месяце, конечно, в жаре Лос-Анджелеса, естественно, никто его не включал. Но вот такое Божье провидение было. Пожар был... Вроде бы печальное происшествие. Сначала мы были, знаете, первая реакция, когда тебе звонят и говорят «пожар», ты понимаешь, что вообще все, катастрофа, пропали. Паника. Но оказалось, что это не катастрофа, а благословение. Скажем так, что Бог превратил это проклятие абсолютно, и стихийное абсолютно. Бедствие просто Мы до сих пор не можем понять, как это могло произойти, вот как он мог. Ну, самовозгорание, больше ничего. Mm-hmm. Они не было ничего другого, никакого Поджога решения не было принято. И вот наша страховка, наш иншурен заплатил за весь ремонт в этой церкви. Она была обновлена буквально полностью. Так что Господь превратил проклятие в благословение. Да? И сегодня мы имеем то, что абсолютно, было абсолютно. Тогда сделано. И после мы так радовались того, когда закончился ремонт. Но вы знаете, когда был пожар, а он... Последствия этого пожара ликвидировались где-то в течение года и даже больше, потому что это немалая работа была здесь. Очень. Это был огромный труд был вложен и иншурансной компанией, и строительной, и мы тоже в том числе. Нужно было все это восстанавливать, убирать, выносить. Ну, в общем, это был огромный труд. Но мы отказались перейти куда-то для того, чтобы... Нам предлагали, можете перейти в какое-нибудь помещение, куда-то, а пока, как же вы собирались временно. Тогда? А вот мы собирались вот в этом помещении, которое сейчас у нас называется Fellowship Hall. То место, где мы проводим свои субботние обеды. Поставили там таким образом стулья, столы, чтобы можно было проводить какое-то служение. И вот таким образом мы проводили служение. Я еще вспоминаю тот день, как однажды порог нашей церкви переступили трое молодых людей. Один из них пришел с мамой. Это был Володя Шнайдер, Илья, Саша, который пришел с мамой. И они пришли на некоторое время. И было такое ощущение, что
мы этим молодым людям ничего не можем предложить. У нас не было тогда молодежного служения. Мы молились об этом. Господь услышал наши молитвы. И так случилось, что в нашей церкви появились Ксения и Андрей, которые начали организовывать молодежное служение. Жену Ксению назначили руководителем детского отдела. Меня назначили руководителем молодежного отдела. Мы активно участвуем в работе церкви. Мы активно участвуем в поездках. Ездили в Сан-Диего, ездили в Сан-Франциско, были в доме Лены Вайт. Мы приглашаем местную молодежь. У нас круг друзей расширился. Она знает нас, видит по телевизору. Мы выпускаем газету. Да. Вы знаете, если сегодня те, кто основал эту церковь 50 лет назад, придут сегодня в церковь, они удивятся. Потому что в церкви очень много изменений. Сегодня церковь совершает ряд социальных служений, такие как, допустим, мы выпускаем свою газету. 3000 экземпляров мы распространяем каждую неделю. Это духовно-просветительская газета «Акцент». Также мы получаем газету «Здоровье», тоже распространяем ее, люди с удовольствием берут и читают. А еще один из проектов – это «Food Ministry». Мы привозим в церковь продукты, очень порой где-то, может быть, 300 паундов, 400 паундов, 500, бывает, может, 1000 паундов продуктов. И люди разбирают эти продукты, раздают своим друзьям, знакомым. Мы понимаем, что в церкви всегда должна быть пища и духовная, и физическая. Один из проектов – это наша студия, где сегодня мы находимся, где ведется эта съемка. Здесь записываются различные программы и выставляются на YouTube. Они транслировались у нас по телевидению. И я понимаю, что это сегодня помогает все созидать нашу церковь. Вы знаете, я думаю, что у церкви должна быть миссия. И одна из этих миссий – участвовать в каком-то проекте, кому-то помогать, кому-то конкретно. Безусловно, это прекрасно, когда наша церковь участвует в глобальной миссии. Но наша маленькая церковь решила поддержать один прекрасный проект, который ведет наш пастор Анатолий. Это благотворительный фонд «Альфа-Ник» для детей-сирот. На сегодняшний день мы очень остро ощущаем, когда нет наших родителей рядом с нами. Но у этих детей нету родителей земных. И сегодня ту миссию, которую наша церковь совершает, дает этим молодым людям надежду. Она указывает им на Бога и дает им путевку в жизнь. И нам очень приятно, что мы часть этой миссии. И нам очень приятно, что мы можем кому-то помочь. Это помощь конкретно, конкретным людям. Вы только что посмотрели историю русско-американской церкви в Глендейле. Но это далеко не вся история. Это всего лишь отрезок времени в 50 лет. Мы уверены, что у церкви огромный потенциал для развития и прекрасное будущее. Мы благодарны всем, кто трудился до нас. Мы благодарны всем, кто трудится сегодня вместе с нами. Пусть Господь благословит эту прекрасную и дружелюбную церковь. Благословения вам! Всего доброго, друзья! До свидания!